Рекомендую вам новое общественное движение, которое называется просто и коротко «Свет». Его участники предлагают перезагрузить современное общество и государственную машину в соответствии с психологией человека и используя последние достижения научно-технического прогресса, а также соционики. Свет побеждает, ну а мы начинаем. Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, Black Infinity. Сегодня я решил все-таки сделать то, что хотел сделать, и сегодня мы с вами сделаем реакцию на 6-й сезон Игры Престолов, 3-ю серию. Посмотрим, как она зайдет. В общем-то, будет все так. Если данная реакция наберет больше 2000 просмотров, то дальше мы посмотрим, что будет делать. То есть 2000 просмотров, и потом с каждым разом больше. Если наберет меньше 2000 просмотров, то следующая серия не выйдет. Вот так вот. Ну ладно, давайте поглянем, что там в Игре Престолов. Серия прям с Джона Сноу начинается. Не, вот это вот круто, конечно, что они впихнули самую ожидаемую вещь 6-го сезона прям в начало. И да, вас такой смотрит, типа, что за херня тут происходит? А тут Джон Сноу такой воскрес, да? Воистину. Блин, крутая сцена. Джон Сноу воскрес. Лорд командующий. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вы выжили? Не знаю, мальчик. Что ты за бог с таким маленьким членом? Найс, троллим. Где моя сестра? О, ну чё, покажет нам? Покажет нам, кто настоящий родитель Джона Сноу или нет? Или не в этой серии, тут только Махач будет. Это начало. Ну, тут, наверное, только Махач будет, ребят. Ну да. Два меча? Нет. Это конец. Это конец. Ха-ха! Я просчитываю сериала. Да ладно! Да, нифига себе! Он в спину ударил. Офигеть. А Рид-то не промах? Мы вернемся в другой раз. Слышь? Знать, куда он идет. Нам пора. Слышь, не си... Не, сейчас отец. Давай. О! Король. Ни хрена себе. Ни хрена себе, вот это поворот. Моя мать желает видеть место упокоения своей дочери. Ова! Ха, вернули! Вернули глазоньки! Никто. Вернули глазенки бабенки, да? Нормально. Ария теперь у нас не слепая. Побыла слепой 3 серии. Дом Амберов известен своей вестью. И дикая. Черт! Рикон! Черт! Офигеть! Люблю диких. И мальчик. Юный и свежий, как нравится Карстарку. Рикон Старк! Боже! Офигеть! Кто это? Рикон Старк. Конец. Этот просто лол. Убили лютоволка. Блин, обидно. Обидно. Ну, короче, дайте я посчитаю сюжет. Короче, Джон Сноу узнает о том, что Рикона Старка схватили в замке, возможно, даже убьют, и решит напасть на Болтонов уже примерно в 4, 5, 6 серии. Ну чё, уроды, убить меня пытались? Если у вас есть последние слова, говорите. Ты не должен быть жив.
Это неправильно. Да нормально все. Как и мое убийство. Не, ну это, конечно, казнь такая смешная. Моя просто. Мать живет в Белой Гавани. Минус 4. Тупо минус 4. Джон Сноу восстал из мертвых и отомстил.